севпарь, наверное, сегодня в своих садах. А у нас открываются новые пиончики. Поэтому очень-очень хочется их показать. Прошлый прямой эфир сорвался как раз на этом интересном пионе, который называется Барнишед Бронз, имеющий темно-бронзовые стебелечки и такие же темно-бронзовые цветы. Вот смотрите, какие пионы. Здесь у нас коллекция пионов, которые имеют небольшой рост. Это называемые пионы для горок. Не надо путать с пионами рока, которые древовидные пионы. Это пионы для рок-гарденов, для каменистых горок небольшого роста. Ну и быстренько пройдемся, потому что сегодня цветет. Спасибо, что вы к нам подключаетесь. Вот это вот деленочка Росхерта. Она пока слабенькая, но цветок имеет очень хорошее сложение. И он будет очень красивый, когда подрастет. Через несколько лет наберет силу. Ну, как обычно, наша красивая картинка. Red Rose. Moonrise. На дальнем плане Scarlett O'Hara. Вот сегодня, сейчас я поближе подойду. Циркус. Кактусовый пион. Очень мне нравятся кактусовые пионы своей необычной формой, своей такой практически. Привет, Галина. Авангардной формой цветка. Я уже все время говорю. Привет, три семерки. Все время говорю, что кактусовые пионы напоминают мне картины авангардных художников России начала века, Малевича, Шагала и прочих конструктивистов. Все-таки не очень восхитительные и очень долго держат свои цветы. Цветы легкие, хорошо стоят. Спасибо. Я иногда плохо читаю с экрана название аккаунтов. Спасибо. Три семерки. Золотая, три семерки. Спасибо вам. Смотрите, кстати, какое сложение бутончика потрясающее. Прям роза открывается. Это пион циркус. Ну и, собственно, король нашего сегодняшнего эфира. Это Moonrise, который открыл все свои цветы и превратился в какое-то неистовое зрелище. Огромный полушар, огромный зонтик огромных цветов. Пион Moonrise. Сейчас я вам сделаю красивый кадр. Moonrise с Red Rose. Смотрите, какой контраст белого и красного. Просто живописное полотно какое-то. На заднем плане коляска, у нас сегодня день открытых дверей, люди в саду. А я вместо того, чтобы ходить, не удержался. Делаю короткий эфир, чтобы показать всю красоту пиона Moonrise. Это тот пион, напоминаем, от которого сделали потом лимон-шифон. Ну и еще один сегодняшний фаворит — это Pink Delight, который увидели в наших сторисах. Эти
даже не знаю, как назвать это, вот новое строение цветка таким амфитеатром в саду. Это напоминает парящие над листвой водяные лилии. Посмотрите, как красиво. Еще с нашим водохранилищем прям водяные лилии, которые растут огромным кустом. Пион Pink Delight, сейчас я зайду. Ой, не Pink Delight, господи, что я говорю. А, нет, Pink Delight, я все правильно говорю. Сейчас я зайду с другой стороны. Мы полюбуемся на Pink Delight с другого ракурса. Хосты. Здесь цветет чудесное произведение Рен Толомео «Санома аметист». И смотрите, как они хорошо смотрятся с Pink Delight'ом. Небольшой пролет над пионом Pink Delight. Смотрите, как здорово. Какие потрясающие цветы. Водяные лилии, растущие большим кустом. Ну и заканчиваю прямой эфир. Сейчас пройдемся по дальней стороне полукруга. За беседкой у нас более прохладно, поэтому там пионы пока еще не сильно цветут. Мы гуляем по верхней поляне нашего сада. И вот маяком светит нам пион Харизматик, который в этом году выдал прекрасные цветы. Мы наконец-то поняли, в чем его харизматичность. Смотрите, какие огромные. 20 сантиметров. Ну и через лимон-шифон, который является ребенком от Мунрайза, через лимон-шифон мы заканчиваем наш прямой эфир, раскрывшийся сегодня Паула Фэй. В прошлом прямом эфире у Паула Фэй были закрытые цветы, а сегодня можно посмотреть на них в полный размер. Все, цвет зашкаливает. Кинокамера не в силах показать. Посмотрите, какие гофрированные нежные лепестки. И как хорошо смотрится куст в саду. Спасибо, что были с нами. Заканчиваем маленький спонтанный прямой эфир. Красивый кадр. Пион Паула Фэй. Белый сад. Белая децентра. И сирень. До свидания. Спасибо, Марина. Спасибо. До свидания. Будем делать еще прямые эфиры. И приезжайте к нам на Дни открытых дверей.